ему это восстановление. Рохо, пас вперед на Ибрагимовича. Ибрагимович, но дальше что будет делать швед? Опасно! И вот момент, гол! Гол, и показывает Дин на центр! Манчестер Юнайтед выходит вперед! 1-0! Ибрагимович вогнал мяч в ворот. Вот посмотрите еще раз этот момент. Так показательный! Ибрагимович врывается в штрафную и делает великолепный пас на Эреру, ну а дальше уже Мата. Эрера рухнул на газон. Там было подозрение на пенальти. Да, там, надо сказать, если бы не забил Мата, я думаю, Дин поставил бы мяч на точку. Там толчок в спину был, совершенно очевидный. Очень здорово тут Эрера подставился и Фернандо правила нарушал. Но здесь Мата оказался. Мата тут как тут. 1-0. И вышел вперед Манчестер.